Мы взаимодействуем с другими людьми, и другие люди играют с нами в игры. Я думаю, вы помните эту книжку Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Но правда состоит в том, что мы друг с другом, с родителями, детьми, своими сотрудниками, партнерами, вторыми половинами, любимыми людьми, друзьями там, и так далее, находимся в сложных отношениях. И в рамках этих сложных отношений, где нам нужно реконструировать внутренний мир человека, попытаться понять, что он хочет на самом деле, какие мотивы им движут, какое он имеет представление о тех или иных аспектах деятельности, с сотрудником, что он там думает про ваш рабочий проект, с вашим близким человеком, с вашей второй половиной, что он думает про ваши отношения, что там происходит в голове у ребенка. На самом деле это все для нас скрытые, неизвестные вещи. И мы только додумываем за других людей, что они думают на самом деле. Нам так не кажется, что мы додумываем, но это правда. И здесь опять нужно критическое мышление для того, чтобы научиться лучше понимать других людей и выстраивать с ними те отношения, в которых будет как можно больше искренности, доверия, взаимопонимания, действительной эмоциональной поддержки там, и так далее.